Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. В этом видео покажу, как вкусно запечь яблоки с медом и корицей. Это простой и полезный десерт, который подойдет тем, кто старается питаться правильно, а также он подходит для детского питания. Острым ножом срезаю немного кожицы у плодоножки, так корица лучше проникнет и меньше шансов, что яблоко треснет во время запекания. При помощи специального ножа или обычного ножа удаляю сердцевину яблока, но не насквозь, чтобы мед не вытек. Выкладываю яблоки в форму для запекания. Силиконовую и стеклянную форму смазывать и выстилать не нужно, а антипригарную и жестяную нужно выстелить пергаментной бумагой. Во время запекания выделится сок, который может пригореть. В каждое яблочное отверстие наливаю по столовой ложке жидкого меда. Мед лучше использовать цветочный, например липовый, но не гречишный, иначе изменится цвет яблока, а аромат будет слишком сильным. Посыпаю яблоки молотой корицей по вкусу. По желанию в яблочное отверстие можно насыпать грецкие орехи, предварительно измельчив их ножом. Но для этого рецепта подойдут и любые другие орехи, которые вы любите. Запекаю яблоки в разогретой духовке около 180-190 градусов примерно 20 минут. Но нужно следить. Готовность и быстрота приготовления этого десерта зависит от степени зрелости яблок, их сорта и размера. Яблоки должны остаться целыми, не превратиться в пюре, поэтому некоторые яблоки можно достать пораньше, остальные печь дальше. Перед подачей посыпаю яблоки с медом и корицей сахарной пудрой. Украшаю листиком мяты и подаю теплыми. Таким запеченным яблоком отлично подойдет ванильное мороженое. Можно подавать этот десерт и как дополнение к запеканкам, сырникам или овсяной каше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!